Конкурс «Читатель года 2019» проводится в 8 номинациях. Победителей в 6 выберет компетентное жюри, в состав которого входят сотрудники библиотеки. А в номинациях «Самые активные летние читатели» и «Моя любимая библиотека. Территория творчества» лучших определят читатели библиотеки. Самый активный летний читатель. Что нужно сделать, чтобы принять участие в этой номинации? С этой недели у нас открывается летний читальный зал и библиотечный дворик. Нужно приходить на все мероприятия или на большинство из них и получать флаеры, закладки и различные материалы, которые будут выдаваться на этих мероприятиях. В номинации «Моя любимая библиотека. Территория творчества» читателям нужно изобразить интерьеры библиотеки, мероприятия, сотрудников или фантазии на тему будущего Маяковки. Рисунки и поделки могут быть выполнены в различных техниках. Этот конкурс проводим один раз в 2 года. И участие в нем могут принять все горожане вне зависимости от возраста, рода занятий, но те, кто являются читателем библиотеки Маяковского. Работа в номинациях «Моя любимая библиотека. Территория творчества» и «Самый активный летний читатель» принимается до 14 октября в отделе методической и инновационной деятельности библиотеки имени Маяковского. Подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте библиотеки. Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.